Всем привет! Вот это у меня запчасти, догадайтесь от чего. Ладно, не буду вас мучить, это запчасти от моего любимого магнитофона Акая 646. Потихонечку я готовлю его к проведению большой профилактики. Вот. И начал я с того, что поменяю для начала резину на режимном ролике. Уж больно моя резина за 35 лет стала плохой. Пожалуй, с этого мы и начнем. А дальше будут натяжители, подшипники, вот, регуляторы, которые не просто шуршат, они вообще выпадают полностью в ноль. И записывать что-либо вообще проблематично. Ну и дальше уже внутри переключатели. Вот эти, там, которые переключают реверс. Ну и посмотрим, может быть, даже и до каких-то транзисторов доберемся. А пока что будет у нас резина. Поехали. Друзья, привет. Вот мне из Чехии пришел вот такой конвертик. Хочу я с вами его вместе вскрыть, потому что здесь такая штучка лежит интересненькая. Вот, я думаю, что она всем понравится. Так, сейчас мы конвертик-то вот так вот вскроем аккуратненько и внутрь заглянем. Так, что у меня здесь внутри? А внутри у меня такая вот бумажечка и лежит вот такая вот резиночка. Написано GX Series. Если кто знает, то это новая резина на прижимной ролик для моего Акая GX 646. Потому что моя резина пришла в полную негодность. Эту буду я вот заменять. Так, что здесь написано? Интересно. О, кто понимает по-английски? Вот так вот. GX Series, Reel to Reel. Так, ну ладно, это мне еще придется все перевести и посмотреть, что да как. А уж когда я буду менять эту резину на ролике, естественно, я все покажу, как и чего. Надеюсь, что все будет здорово. Вот такие вот дела. Так, ребята, в общем, я собираюсь менять резину на своем старом ролике от Акая 646. Значит, резина, сами видите, какая, в каком состоянии. Вот. Ей уже пришел полный капец. Вот. Сейчас мне надо эту резину просто снять вот с этого ролика и все почистить. Все почистить. А как я буду это одевать на ее место, я вам покажу. Ну что, старая резина беспощадно срезана. Теперь необходимо зачистить вот это все дело до металла. Поэтому будем использовать бензин, либо какие-то растворители, чтобы все это вычистить полностью. Ну, вот так вот мне удалось вычистить. Все сначала срезал, потом обработал наждачкой и как бы обезжирил все бензином. Значит, для того, чтобы надеть вот это вот резиновое кольцо сюда, нам понадобится горячая вода и фейри. Сейчас будем надевать.
горячая вода. Значит, погружаем нашу резину на минуту в горячую воду. Так, ждем одну минуту. По прошествии одной минуты мы достаем нашу резину и смачиваем ее неразбавленным фейри. После этого вот этой надписью вверх, то есть с этой стороны, мы натягиваем ее на наш ролик. После этого надо сделать 10 вот таких движений. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, ну, где-то так вот. Вот, а потом плотно насадить так, чтобы здесь у нас образовалась одна общая линия. Вот. И теперь после этого надо этот ролик положить куда-нибудь и подождать. А ждать придется 2-3 недели. Вот. Через 2-3 недели эта резина должна, ну, как бы спаяться с этим нашим роликом. Вот. И после этого можно будет его установить на магнитофон и начать эксплуатацию. Вот такая вот получается штука. Аккуратненько, чтобы ничего не сбилось. Будет вот такой красивый ролик. Все, спасибо за внимание всем, кто смотрел.